Далее в выпуске «Криминальные новости». В селе Вершина 2 Куйбышевского района двое парней убили пожилую женщину и подожгли дом. В течение суток это преступление милиция раскрыла. Два приятеля 30 и 34 лет после празднования дня рождения одного из них ощутили нехватку денег на водку для продолжения веселья. Они решили разжиться средствами у живущей неподалеку одинокой бабушки 86 лет. Разбив окно, они проникли в ее дом, а когда хозяйка вышла на шум, изверги начали ее избивать и забили до смерти. Добыча убийц стали 15 гривен, бутылка водки и золотое обручальное кольцо. Чтобы скрыть следы преступления, они подожгли дом. Однако через сутки их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», которое предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.